Так, да, сейчас у нас будет процедура шавасана. Кому интересно, любопытно, слушайте, записывайте слова, а можете вместе с нами просто впасть в медитацию. Ладони желательно открытые вверх к солнцу, да? Подтяну немножко, вытяну позвоночник. Сейчас сделаю глубокий вдох. Глаза прикрыты. Расслабь лоб. Брови. Останови движение глаз. Расслабь щеки. Переносицу. Крылья носа. Губы, уголки глаз, разомкни зубы, расслабь нижнюю челюсть, язык. Расслабь шею. Внимание плавно опускается вниз. Понаблюдай, как расслабляются пальцы ног. Стопы. Перенеси плавно внимание на руки, понаблюдай за расслаблением пальцев рук, все вместе или в отдельности. Расслабь запястье, предплечье, локти, плечи. Расслабь верхнюю часть спины, поясницу, крестец. Расслабь живот, низ живота, всю грудную клетку. Чувствуй, как со вдохом вся грудная клетка расширяется. Легкая свобода. Сейчас представь, что ты на поверхности воды, твое тело. Вода поддерживает. Почувствуй, как ты плавно качаешься на волнах. Вокруг тебя тишина и спокойствие. Теперь почувствуй, как вода опускается, клиф, тело погружается в теплый песок. Почувствуй всю тяжесть тела. Почувствуй тяжелые руки и ноги. Они настолько тяжелые, что ты не можешь ими пошевелить. Все тело наливается свинцом, приятная тяжесть.
не засыпать, находиться в состоянии между покоем и бодрствованием. И теперь просто своим вниманием путешествуем внутри своего тела от макушки медленно вниз до пяток и обратно. Внутренний сканер и находим те зоны, где еще осталось напряжение. Там можно задержаться своим вниманием подольше и дорасслаблять там все, что осталось напряженным. И с каждым проходом все больше и больше расслабления. Свет, освещаем этим светом все свое тело изнутри. Не остается темных уголков. Мысленно не улетаем из своего тела. Постоянное наблюдение. Со следующим вдохом медленно возвращаемся, пошевели пальцами руки и ног. Сгибай руки в локтях, положи руки на грудь. Можно потянуться, как будто только что проснулся рано утром. И медленно поворачивайся на правый бок. Оставь правую руку под головой. Колени подними поближе к сердцу, то есть за ребенка. И в этом положении еще минуту. Постепенно осознавая реальность. И после этого можно открыть глаза. Опираясь на руку, потихонечку подняться. Да, ощущения такие интересные, как будто бы выспался. То, что не доспал ночью, это да. Доспал это сейчас. Это правильно. Yes, да. Ну и как бы дальше да, расслабился. Да, это как у эриксонианский гипноз. Никаких спазмов не чувствую. Приятно. Слушай, ну мне казалось, что лучше бы, если ты прям за череп тянул на себя вот так. А, ну можно, можно, можно. Можно подтягивать. Да, можно подтягивать стопы позвоночника. Будет еще ощущение да. Полета, если стопы подтягивать. Да, ощущение полета. И это же ликвор, ликвор же у нас тоже пульсирует. Я не хотел просто, я хотел, чтобы ты шел в себя глубоко. Да. Отвлекать не хотел. Да. Но я старался не услышать и прочувствовать все на себе каждое слово, на каждой клеточке своего. Шавасана заменяет 15 минут шавасаны, полтора часа крепкого сна. Да. Так что, ребята, будьте с нами, подключайтесь, у нас еще не такие техники есть, это все из Индии, да? Да. Это йоговские практики. Так что на нашем канале Академия телесно-ориентированных практик мы научим вас еще и не такому. До новых встреч, дорогие друзья.